час, два, ну, мало. Это бывший дворец и церковь. Ущелье. Лучше слышно, чем видно. Помещение бани, конструкция античных бань, она состояла, и ее преимущество было в том, что тепло и дым проходили под полами. Пол находился примерно на том уровне, топка была в той части, вода сюда питьевая поступала именно вот через ворота, через которые мы прошли, и буквально поступала вот через эти ворота. Ну и баня, она состояла из пяти комнат. Это раздевальная комната, предбанник, комната с холодной, с теплой и с горячей водой. Более всего интересного, это, конечно, пол предбанника. Он был выложен из мозаики. Эти камни цветные, 15-16 цветов, они были доставлены также из ущелья. Ну и здесь и нереиды, и рыбаки, рыбки, и центральное место. И Хачкар полностью посвящен другому. Здесь ни одного свободного сантиметра на Хачкаре вы не заметите. И он также, ну, свечи жгли именно и у Хачкара, и он также такого цвета. Только по правому боку, священники и прихожане отстаивают всю службу стоя. Ну и это основная церковь, посвященная Святой Богородице. Большей частью нашей церкви они посвящаются Святой Богородице в том плане, что 99,9 случаев вы увидите одну и ту же картину. Изначально,